на этом сборе. Команда находится, скажу так, что под нагрузкой, естественно. Порадовало отношение ребят в первой игре. То есть проявили активные действия. В первом тайме так не очень у нас ладился переход из обороны в атаку. Второй тайм намного продуктивнее сыграли. Вот. Неплохое для этого времени движение показали, хорошая самоотдача. Вот. Проблем, конечно, хватает. Поэтому нам предстоит очень большая работа по организации нашей игры. Надеемся на то, что ребята наши требования будут правильно выполнять и прибавлять.